Не вашего он ищет, ищет вас. Заблудших, падших, суетных и бедных, он озабоченных не сводит глаз с вас, суетящихся над бездной. Что можете ему вы предложить, Творцу миров и самой малой твари? Что можете ему вы одолжить из тех долгов, что сами не отдали? Не вашего он ищет, ищет вас. И не спешите, ставши на колени, отговорить бездушно отче наш. Пожертвовал десятку рубль или пфенник. Не вашего он ищет, ищет вас. И ликами святых не заслониться от Божьих вопрошающих вас глаз. И от живого Бога не укрыться. Ему денежный оброк, не ваших свеч мерцающие пламя, не ваш внезапно щедрый кошелек. Он ждет, когда к нему придете сами. Он ждет, когда к нему придете